в прямом смысле катимся к черту. Аудитория всех научных, культурных и религиозно-просветительских программ в стране уже в 8 раз меньше аудитории одной лишь битвы экстрасенсов. Все эти территории призраков, мистические истории и прочие сверхъестественные расследования не только нас оглупляют, но и обманывают, выдавая спектакль за правду. Вы не представляете, если за день ко мне не подойдет человек 10-15 незнакомых людей и не спросит: «Марат, скажите, пожалуйста», а я сразу отвечаю: «Правда». То есть они спрашивают: «Марат, а экстрасенсы, вот битва экстрасенсов, это правда или неправда?» Я отвечаю: «Да, это правда». И если 10 раз ко мне не подойдут, то день прошел зазря. Ну, Марат, в 11-й раз я вас мучить не буду. Мы просто возьмем и проверим ваших героев. Не возражаете? Ну, конечно, проверяйте, потому что это мне самому интересно. Камера, мотор. Открываем ворота. Наш первый испытуемый – знаменитый Анатолий Леденев. По профессии столяр-краснодеревщик. В школе неоднократно оставался на второй год. Почти все друзья Леденева погибли от водки. Его же спасла внезапная встреча с НЛО. Озаренный по собственному признанию космическими лучами, Леденев забросил бутылку за верстак и пошел на битву экстрасенсов. Так. Вот это интересно. От нас вообще! Ну, если он там с такой легкостью нашел спрятанного в багажнике человека, быть может, он это сделает и теперь? Ведь, как говорят, и среди тысячи шарлатанов может встретиться один чудотворец. Главное его уметь разглядеть. Глядим. Машины какие-то холодные. Ух ты. Так, а эту как смотреть? Тепло идет с трех машин. Одинаковое. С трех машин. Ну, одна машина меня привлекает. Одна. Только одна. Давайте попробуем. Да, открывайте. Нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, все понятно. Камеру не останавливаем. Кто-нибудь из редакторов, подойдите к человеку, пожалуйста. Кстати, Леденев единственный, кто согласился хотя бы первый дубль отработать в заправду. Остальные сказали, что без подсказок на площадку не выйдут. Что, сейчас опять по новой, что ли, все? Смотрите, мы сейчас еще один дубль сделаем. Вы можете сами поискать? Не буду. Ты хочешь, чтобы я опять провалил? Нужно, чтобы вы сделали это, как было в битве. Вы там нашли с первого раза. Дошли к машине. Оп. Я знал, в какой машине. Понимаешь? То есть сами вы сейчас не справитесь. Я думаю, Лен, нет. Врать не буду. Если хочешь хорошую съемку, лучше сказать. Ну, то есть, в принципе, как в битве это делать? Конечно. Делает. Это будет очень классно. Вот такая съемка будет. Ну, ладно, я поняла. Поняла, да? Ну, что, начинаем, да? Тогда для того, чтобы вы нашли, что нужно? Встань напротив этой машины, где находится. Человек. И все. Все. Вот, вы стоите сейчас. Я понял уже. Справа, да. Камера, не останавливаемся. Второй дубль. Ну-ка. Вот тянь меня сюда, хоть ты удави. Пошел к заведомо пустой тачке. Артист. Охренеть. Неужели? Ну-ка. Там тепло идет, и тут тепло идет. Так. Чего ж мне убирать-то? Так, ну-ка. Так, если здесь есть человек, пускай пойдет по кругу. Сейчас, секундочку. Здесь есть человек? Да есть, Анатолий, ты же знаешь. Очень показывает на эту машину. Ну, наверное, надо выбирать. А, была не была. Давайте вот эту. Вау! Аллилуйя! Хорошо, что не связали. Леденеву спасибо, операторам под съем деталей. Кстати, кроме битвы, он еще блестяще выступал в программах. Экстрасенсы ведут расследование про жизнь, X-версии, истина где-то рядом и других. Можно сказать, что это один из самых
медийно раскрученных экстрасенсов последних лет. Леденев принимает только в 6 часов вечера. После каждого телеэфира количество обращений в магический центр Анатолия Леденева возрастает в разы. Ага, ух ты, народу. Неузнаваемые колдуны, знахарки и ведуньи мало кому нужны в наш медийный век. Иное дело – чародей, которого знают в лицо. Почему я обратился именно к Анатолию? Потому что я видел его, ну, как бы работу в передаче «Битва экстрасенсов». Ну и я приехал. База постоянных клиентов. Несколько тысяч фамилий, из которых мужских, что характерно, единицы. В основном те, кого удалось взять на испуг. Он сказал, что на мне сильная порча, что за мной смерть ходит. То есть, как бы, и, то есть, меня это, сами понимаете. Рядом более типичная посетительница. Одинокая, бездетная женщина чуть за 40. В «Чудесах и магии» ее последняя надежда на замужество. Тут прием сколько стоит? Ну, здесь прием 17 тысяч стоит. Сколько уже вы сеансов прошли? Я думаю, что больше 20. Простая воспитательница детсада. За несколько месяцев отдала этому лицу из телевизора свыше 350 тысяч рублей. То есть свою годовую зарплату. Да еще и влезла в долги. Ты знаешь, как мы с тобой работаем, да? Угу. Поехали. Ритуал снятия венца безбрачия начинается с индуистской мантры «Ом» и сопровождается массажем корней волос. На все про все 2 минуты. Далее магическое заклинание «Шух» собственного леденевского сочинения. Произносится в 3 вариантах. «Шух», «Шух-шух» и «Шух-шух-шух». Еще 1,5 минуты. Ну и, наконец, установка временного астрального маяка, чтобы женихи, стало быть, слетались на его свет. Сейчас я тебе поставлю лучик Христа, белый, с золотыми нитями, на 250 часов. На счет 3. Глаза не открываем. 1, 2, 3. Почему приворот временный? Да потому что это только неопытные мошенники обещают все и сразу. Опытные же целители работают с клиентом до полного очищения всех его карманов. Благодарю. Итого, все таинство длилось около 6 минут и принесло Леденеву, повторимся, 17 тысяч рублей. За день этот почетный эзотерик, гранд-профессор и мега-лауреат с образованием столяра-краснодеревщика легко может принять человек 20, а то и 30. Немало людей, которых экстрасенсы сильно обманули. Есть огромное количество. Раздели как липку. Когда такого спрашиваешь, ну зачем же вы пошли? Ну зачем вы пошли к этим мошенникам? Правильно. Как вы могли поверить в 21 веке в этот бред? Мне знаете, что говорят? А мы не этим колдунам верим. Нет, мы верим Марату Башарову. Ну пусть верят. Мы верим профессору Виноградову. Мы верим этим братьям-фокусникам. Мы верим известным лицам. Вы придаете достоверность этому шоу. Они вам верят. Ну, дураки. Я же говорю, дураки. То есть вам верить не нужно? Абсолютно. Вы что? А я что, экстрасенс? Если я играю в кино, играю какую-то роль, ну что ж теперь, играю какого-то негодяя, и после моей роли какой-то негодяй будет повторять мои поступки моего персонажа, я буду в этом виноват? Ну что ж, настало время. Победителем становится Наталья Бантеева. По количеству телеэфиров и всевозможной рекламы ведунье Бантеевой давно уже нет равных. Она якобы и сильнейшая, и мощнейшая, и уж точно самая гастролирующая. Ее эзотерическое шоу «Проснись» с ритуалом посвящения в экстрасенсы уже который год стабильно собирает полные залы. Я проснуться хочу. А? Проснуться хочу. Так, а вы спите? Да, всю жизнь спал. Ну, слава богу, что я это понял.
И Наташа – тот человек, который может мне помочь. Жертвы потусторонних голосов, психотронного оружия и просто сезонных обострений жадно ловят, а иные даже конспектируют каждое слово своих пророков. С говном ничего не происходит. Вот никак оно не справляется. Как оно было говно, которое надо было спустить и забыть. И вот каждый думает, пойду я экстрасенсом свое говнище отнесу. Ох уж этот лексикон и блатные ужимки. Никуда-то старой питерской феи от них не деться. Прежде чем податься в экстрасенсорику, Бантеева успела нагулять аж 5 судимостей. 2 за наркосбыт и 3 за воровство. Все ходки сопровождались принудительным лечением от алкогольной и героиновой зависимости. Упорно борется с зеленым змеем и другой участник шоу, уже знакомый нам Анатолий Леденев. Гвоздь программы – обряд посвящения в экстрасенсы. Обычная бесовщина, основан на обезображенном христианском таинстве крещения. Пузыри пошли. Жесть! Белые. Давайте оттяжемся. Задача новообращенных – считать информацию с фотографии. Не считала. Еще один разочек. Вот так вот. Глумливые шуточки вместо молитв, суповой чан вместо крестильной купели и полный зал околпаченных в прямом и переносном смысле людей, тщетно ждущих открытия третьего глаза. И меня в голове что-то щелкнуло. Вот это проснуться или не проснуться? Первая мысль, первые 3 секунды. Вопрос-ответ. Я уверена, если вы себе поставите задачу, вы сразу же прочитаете эту информацию, которая находится вокруг вас. Интересно, а что способна прочесть сама великая ясновидящая? Находим в интернете фото 3 мужчин с весьма обманчивой внешностью, распечатываем и отправляемся в центр Натальи Бантеевой с вопросом, кто из этих 3 сгодится в мужья молодой интеллигентной особе? Сразу все вместе? Мне сначала одного покажи, хотя бы иди, дай посмотри. Первая фотография. Человек с трудом окончил школу. Профессия – альфонс. Обманул на 1 000 000 рублей десятки женщин. Сейчас отбывает 5-летний срок за мошенничество. Ты где находишься? Чего не было? Дом находится. Угу. Но род его занятий какой? Скорее всего, какой-то медик или врач, или а-ля хирург, стоматолог. Второе фото. Серийный маньяк-педофил. Около 70 жертв. Осужден на 18 лет строгого режима. Бантеевой он понравился особенно. Замуж собрались за него и трах собрались, потому что это вариант, вот, который мне приятен, 40 человек вас не бросит. Но главное, что он порядочный человек. Это порядочный человек. И, наконец, третье лицо. Президент Исландии, доктор экономики, доктор искусствоведения, образцовый отец 5 детей. Экстрасенс решила, что он футбольный фанат и работяга бухающий. Он работает а-ля механик, а-ля какие-то вот конструкции, механизмы, связанные с железками, строительством, какими-то вещами. То есть он и это говорит якобы сильнейшая ясновидящая России. Абсолютная победительница битвы экстрасенсов. Постоянная участница проекта «Экстрасенсы ведут расследование». Черная колдунья, будто бы распутавшая по фотографиям, обрывкам ткани, локонам волос столько убийств, что всему следственному комитету не снилось. И мне все равно, ведьма она, сидела она, бухает она, наркоманка она. Да какая разница? Наталья Бантеева дает каждый раз невероятные результаты. На прощание мы показали доброй волшебнице еще одно неузнаваемое фото молодого Эрнеста Че Гевары. Вопрос: от чего умер этот человек? Пулевых ранений не существует, дырок нет. И не убит точно, но мог пробить побольше. Ишемичка или кровоизлияние. Для тех, кто в астрале. Че Гевару расстреляли в ходе гражданской войны в Боливии в 67 году. Спустя 30 лет его тело с 11 пулевыми ранениями было торжественно перезахоронено на Кубе. И что в хоронят?
Я вообще не понимаю, у меня такое ощущение, что это вообще Мурманск. Это вот так вот над Москвой где-то наверх. Вот здесь... Итак, Че Гевару, оказывается, хватил инсульт в Мурманске, а серийный педофил – это порядочный человек. И за весь этот бред в центре Бантеевой с нас взяли 35 тысяч рублей. Да еще и потребовали подписать расписку. Почему деньги переданы мной в дар безвозмездно? Это просто странно как-то. Без претензий, чтобы впоследствии. У каждого отдельно взятого человека может быть осечка. Сегодня показал чудо, завтра нет. Ну, заболел. Но когда мы берем целый ряд ваших победителей, просим каждого повторить уже исполненное чудо, результат ноль. Почему? Не знаю. А я вам скажу. Почему? Потому что у вас все это постановка и спектакль. У нас никакой постановки нет. Если вы посмотрите программу и увидите слезы людей, когда люди не могут остановиться, рыдают, вы считаете, что это все спектакль, театр? Нет. Я вот так не это считаю. Как раз по-настоящему. Я так не считаю. И я даже и знаю... я никакой постановки здесь не да. вижу. И я даже знаю, как это делается. Приходит экстрасенс, да. Озвучивает текст заранее собранного досье. Да. Простодушный человек верит, что это откровение свыше. Опять возвращаемся к началу. Кто в этом виноват? Мы сами. Мы сами верим в чудеса. Зирадин Рзаев – один из самых популярных волшебников наших дней. Простой сеанс у него стоит от 1000 евро, курс лечения – от 5000, а бизнес-консультация – от 10. У него уже несколько квартир в Москве и коттедж в элитном поселке. Там детская комната, там еще детская комната. И здесь это моя комната, в которой я здесь отдыхаю. А ведь не так давно он был простым учителем младших классов в заштатном азербайджанском городке. Перебивался с лаваша на воду, не блистал ничем сверхъестественным, как вдруг поперло. Здесь все мои одежды, много обувь там, но для эфира, чисто для эфира вся одежда здесь. Это самый дорогой бренд в мире. 195 800 рублей. Мне нравится это. Очень. Теперь он светится во всех известных оккультных шоу, молится сразу всем богам, состоит в 45 целительских академиях и, как и положено людям его профессии, в душе боится лишь одного – быть разоблаченным. Я в жизни не видел настоящих экстрасенсов, на самом деле. А как же вы? Есть у меня какая-то сверхспособность, я согласен, я могу что-то показать. А остальные экстрасенсы вообще для меня не существует, вот так. Ну подождите, а битвы экстрасенсов, там что, нет вообще экстрасенсов? Сейчас я скажу. Не надо понимать. Есть хорошие психологи, некоторые больные, до эфира у них не было способности, не работали. И внезапно появились и стали экстрасенсом. Вот они вообще мошенники, я это везде говорю. Рзаев тоже начинал карьеру с битвы. Задание, сделавшее его финалистом, было отгадать, кто предок мальчика. Экстрасенс Зирадин Рзаев сразу заявил, что считывать энергетику ребенка ему еще не приходилось. Ну вы вот сами-сами дошли до финала или как? Нет, не буду сказать. Вот когда про Чапаева я сказал, вы помните, наверное, это видео, тогда мне подошла девушка, она вот так на рубашке сделала, там, там мужчина, он жил очень давным-давно. Это мужчина. Он был говном. Как давно? Даже, может быть, это не наш век. Это Василий Иванович Чапаев. По словам кудесника, подсказки рассылаются в СМС или нашептываются специальными редакторами таким образом, чтобы ни рядовой техперсонал, ни гости студии ничего не заметили. Они сливают информацию, это точно, это 100%, потому что... Но она за деньги сливается? Конечно. Вот недавно, или когда мы были на экстрасенсе, ведут расследование, вот честно, они нам сливали информацию, что у человека там дочка умер, у него единственная дочка, и просто убили. Я все секреты открывал. Ее убили. Это убийство. И очень странно, что когда я трогаю фотографию, я очень мощно чувствую боль, страдания. А родственники жертв всегда так верят, что перед ними настоящий провидец. Вообще,
Игра на чувствах раздавленных горем семей, злоупотребление их доверием – любимый прием оккультной теледраматургии. Очень мощный удар был на голове. Сзади, левый час вот, сторону, вот какой-то там камень был и что-то вот такое. Несчастным и невдомек, что при подготовке таких эпизодов сперва изучается уголовное дело, расспрашиваются следователь, судмедэксперт, соседи, знакомые, осматривается место преступления, а уж потом озвучивать собранную информацию отправляются экстрасенсы. А ее не там нашли? Да, место это, да. Битва всегда так взяла. Они нелегально там берут деньги, что... Все, вот так. Вот там, а да. Сколько стоит этот такой? 25 тысяч это и 50 тысяч рублей. Mm-hmm. Один информация. Ну. Понятно. Я просто хочу сказать, что у нас в программе, вот, ну, мы хотим, чтобы этого не было. Тогда ваша программа неинтересна будет. Вообще не получится у вас, вот, если так. Потому что у вас настоящих сессий не будет. Лучше нет, они не существуют. Все равно вы должны что-то там сделать, там, какой-то там. Хотя бы там чуть-чуть сливать им информацию. Иначе все равно не получится. В приватных разговорах называются суммы. Сколько стоит каждая подсказка? Сколько стоит выход в финал? Называют цену первого места. Мне предлагали миллион. Рублей. Долларов. Так. За сезон. То есть приводит человека своего. Я сливаю информацию, мне платят миллион. Ну, вы, конечно, отказались, как достойный человек. Почему же? Я взял миллион. И кто же вас победил? Ну, я давал другую информацию. Ну, миллион взяли. Миллион взял? То есть кинули экстрасенса? Конечно. А кого кинули-то? Расскажите. Мы хоть повстречаемся. А вы не боитесь, что это будет мое последнее интервью? Собеседник хоть и казался временами странен, но его мысль испытать чародеев еще и с помощью ложных подсказок нам понравилась. Итак, выбираем созвучный оккультному шоу сюжет. Коварный муж задушил и расчленил жену, разложил по сумкам и спрятал в багажник машины. Статью с подробностями этого давнего преступления рассылаем участникам эксперимента. Затем идем в контору по прокату автомобилей, берем машину той же марки, что упоминалось в статье, и отгоняем ее примерно в тот район города, где все произошло. Заметят ли ясновидящие подлог? Ужас. Я здесь вижу, что вот... не могу даже описывать вам. Вот прямо это мне вспоминает, как мясокомбинат. Тот самый Зирадин, называвший себя единственным настоящим экстрасенсом в толпе мошенников. Вот у меня, я закрываю глаза, когда трогаю вот этот автомобиль, и здесь прямо явно энергетика, там гроб. Вот я вижу гроб, гроб женщины. Далее. Звезда всех мыслимых магических шоу разных каналов, потомственный финалист битвы, папенька его тоже там блистал, Роман Фат. Долго стоял он над арендованной «Шкодой», хмурился ликом, наконец изрек. Такая энергетика, она присутствует в моргах, она присутствует на свежих захоронениях. И этот туда же. Полная неспособность отличить правду от вымысла. Не знаю почему, но вот образы какие-то идут такие, можно сказать, ужасные. Вообще напоминает очень какой-то мясной магазин. Куски плоти, какие-то свертки. Фу. Ой, фу, нехорошо, очень нехорошо. Ну и, наконец, преснопамятный экстрасенс Леденев. Как и все мастера жанра, выступление начал с эмоций. Боль пошла, сейчас, секундочку. Ой, не, вот нехорошая отсюда энергия, совсем нехорошая. Я, может, чуть-чуть подальше отойду? Потом произнес заученный текст про расчлененное тело, а закончил все яркой и заведомо непроверяемой от себя сценой убийства. И вот так, вот так, вот так. И я вижу, он бьет ей по рукам, а потом, ой, не могу, мурашки пошли. Вот так наотмашь, и все, и темнота. На том чудо расследования и завершилось. Маги разъехались по своим мошенническим салонам и частным приемам, а синяя машинка, выпущенная, согласно ВИН-номеру, через год после описанных кровавых событий, отправилась назад в пункт проката.
Что может быть милее сердцу российского экстрасенса-расследователя, чем съемки в деревне, где добрые молодцы сгорели от водки, а красные девицы пугливы да суеверны? Причина этих смертей – женщина. В народе про таких говорят «ведьма». Господи Иисус Христос. Тут хоть и называют себя православными христианами, но веруют в домовых черных кошек и заклятие злой колдуньи. Земля вообще непригодна как бы для жизни. Но кто-то щелчок сделал вот такой вот, как включил выключатель. Ребята, вы все сдохнете. Другая деревня. Но может, хоть здесь мужики потравились денатуратом сами, без помощи бабы-яги? Как бы не так. Она будет до конца вот существования вот этой деревни, она будет мстить всем. И она говорит, я выжгу эту землю, я выжжу всех детей. Здесь жизни никому не будет. Ой, какие кошмары, матерь Божья. В принципе, играть на непролазном народном невежестве можно довольно долго. От большого количества неупокоенных душ идет всегда вибрация. И все-таки на одних страшных сказках программу магических расследований не построишь. Жанр требует реальных человеческих историй и эксклюзивных подробностей. Живущие слухами селяне и тут незаменимы. Все собирается спокойненько, да, там какой-нибудь бабушке-следнице или какому-нибудь дяденьку-алкоголика с фунфыриком. Ну, расскажи, что это вообще, как это? Да. Он потом друзей подтягивает, на шары проводит все люди. То есть непосредственно мы сначала внедрялись в эти истории, потом это доносили до Фати. И все. Сценарист и редактор оккультных шоу. Начинал, как водится, с битвы. Потом были псевдодокументальные фильмы про ведьм и оборотней. Прошлый сезон провел на проекте «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. Работа состояла в следующем. Она приезжает на место. Возле дома, куда мы, допустим, идем, мы проводим с ней полностью, то есть предподготовку. Кто там умер, кого как называли, кого там кто родил, да, то есть, ну, вот такие подробности. Я ей все досконально разжевывала, раскладывала, она курила, пила кофе, нервничала, потом поправляли ей грим, она шла, выдавала. Ты его нашла? Я. Сама, да? Да. Утром? Да. Этот жульнический жанр в каких странах только не обкатывался, но прижился именно на просторах бывшего СССР. Сотни тысяч нераскрытых или недораскрытых тяжких преступлений плюс общее недоверие к правоохранителям обеспечивают программам магических расследований громкий успех. Они же едут в те семьи, где действительно горе происходит, где мечутся родители, нет ниоткуда, помощь ниоткуда. У селянки трагически погиб сын. Вроде бы не пил, работал. Нашли возле дома с ножом в сердце. Полицейскую версию, что это сделал сосед-психопат, женщина решила перепроверить у телеэкстрасенсов. Перед этим, как приехать и сюда, к нам, они запросили все эти документы, вот эти справки, свидетельства о смерти, все буквально. Фотографии, где он, как вот уже труп лежал, фотографии, где, в каком положении, все это мы выслали, все. Все это было отправлено по электронной почте. Вот так он лежал? Да. Он без пуховика зимой, он в одежде какой-то такой легкой. Да. Спортивный костюм одинакового цвета. Да, да. Да, да, все повторяла несчастная мать. Зачем ясновидящей предварительная информация, вплоть до фотографий трупа, коли она ясновидящая? Деморализованным от горя семьям столь очевидные вопросы в голову, как правило, не приходят. У него девушка была? Была. Такая вся изящная, да, хрупкая, да, такая вся вот, да, такая, знаешь. Да, да. Вот у нее нос был такой, губы были такие, глаза вот такие, а темная, невысокая. Откуда она это знает? Потому что пришли умные редакторы к тетеньке и спросили, как вот, чем она вам запомнилась? Вот нам важно, чем она вам запомнилась. Это она начинает говорить, вы знаете, у нее под лопаткой была родинка. Фатя, у нее под лопаткой была родинка, побелела. Фатя приходит, тут же разводит руками. Хадуева в прошлом заурядная дагестанская журналистка. В Москву приехала без мужа, без денег, с двумя детьми. Сейчас у нее уже прекрасная квартира, дорогой Мерседес и ценник. 40 тысяч рублей за прием. Звезда мистических расследований, однако. Все это все понятно. Это все зарабатываем у бабы.
Но люди, которые все это смотрят, они в это верят. Потому что обычно такие же ситуации происходят с кем? С людьми, у которых психика подавлена, им надо успокоение. Церковь не помогает им, да? Ну, Афабазол тоже. Поэтому проще привести какую-нибудь Фатиму Хадуеву, которая скажет, вот я сейчас тут пожгу, вот эти свечки зажигаете два раза в год. Самая мишень такая. Потом приходили нам кучу в редакцию, там, спасибо, да приезжаете, колбасу прислали домашнюю, там, в общем. Жрали бы нормально, на харчах. И все-таки мистический морок проходит. Даже самые легковерные поклонники жанра со временем начинают понимать, что заезжие кумиры им попросту, как бы это помягче сказать, нагадили в душу. Это все буквально бутафория, ну вот от начала до конца все это вот просто, я же говорю, действительно на информацию всю взяла у родственников, у близких, у друзей. Разочаровали они нас, эти экстрасенсы. И это хочу сказать, чтобы люди не повторяли ошибок. Лично вот на своем опыте я убедилась в том, что я ошиблась, глубоко ошиблась в том, что и я до сих пор себя карю за то, что я обратилась. Я только прошу прощения у сына, говорю, сыночек, прости за то, что мать пошла на это. Ведьмы, маги та биоэнергетики, ворожки, знахари, все они едут сюда, в Украину. А теперь для полноты картины свидетельство еще одного оккультного телередактора. Вы ведь работали на Украине, да? Да, все верно. Работал на украинской битве экстрасенсов. Насколько знаю, это международный формат. Ну и что, есть внезалежные настоящие экстрасенсы? Вы знаете, видел хороших психологов, актеров, сумасшедших людей, но экстрасенсов нет. Как там все это происходит? Писали сценарии, заранее проработанные, любые испытания. Все было заранее известно, какой экстрасенс провалит это испытание, какое нет. То есть это все было постановочно. Было даже такое, что подсказывали в наушник. То есть экстрасенс ходил в наушник. То есть такой идиот, что не может даже выучить текст, да, ему в ухо. Не все, даже, конечно. Нужны длинные волосы, потому что иначе ну спалиться. Можно было, да. Ну, простое испытание, понятно, подсказали. А вот походы в семьи, где произошла трагедия? Редакторы, сценаристы общались с семьями. Писался огромный сценарий, и потом экстрасенсы запускали. Безусловно, родственники от горя, от отчаяния, они забывали о том, что они говорили редакторам, не обращали на это внимания. Интересно, та же схема, что и в России. А как вы считаете, вообще магическое шоу можно снять по-честному? Вот показать чудо за правду? Знаете, не пробовал. И не пробовали. Мне самому интересно, надо попробовать. Вернейший способ понять, как снимается оккультное шоу, это снять его самим. Даем объявление на эзотерических сайтах. Федеральный канал приглашает экстрасенсов для участия в магическом конкурсе. Через день имеем уже около сотни заявок и несколько встречных предложений. Вот сейчас вот в куларах я говорю, мы вам даем миллион, и у нас Воротников победитель. Вот согласны вы или нет? Какая еще Воротникова? Оказалась уже несколько подзабытая звезда и первая победительница битвы экстрасенсов. А этот человек – ее нынешний пиар-директор, он же в прошлом сценарист и редактор битвы. А Воротникова, она полностью проплатила битвой? У нее был я. Она через меня получала всю информацию, как бы... Проще говоря, он сливал подсказки тогда еще безвестным конкурсантам за процент от их будущих заработков. Каких только схем не бывает. Вот она раньше сидела, у нее куска хлеба, грубо говоря, не всегда. У Воротниковой? Да. Вот. А после этой программы у нее прием, ну так, на минуточку стоит 60 тысяч и 80 тысяч. Естественно, мы отказали и этому, и другим подобным дельцам, но сам характер их предложений уже говорит о многом. Через минуту команда «Мотор». Первый этап – рулетка. Пожалуйста, приготовились. Итак, на наш конкурс пришло около сотни заявок. Отсеяв явных приколистов и сумасшедших, оставили 12 человек, профессионально занимающихся магией и давно уж стремящихся к телевизионной славе. Невестка
Я прошу, чтобы мне помогли духи Амин и Ева. Мне нужна красная семерка. Заклятие на победу. Древнешумерский ритуал собственного сочинения. Исполняет кавалер-дама ордена Нострадамуса, лауреат грамоты «Ведунья года», почетный эксперт программ «Охотники за привидениями», «Шестое чувство», «Раскрывая мистические тайны» и тому подобных Мирослава Буш. В миру Марина Бушуева. Ну, теперь-то шарик точно, как прибитый, должен застыть на загаданной цифре. Не дотянул чуть-чуть. Назвать одно число из 36 провидцы так и не смогли. Упрощаем задачу. Ставки на красное-черное чет нечет. То есть шанс один из четырех. Четверть участников даже без всяких шумерских заклятий должны угадать. Увы, увы, увы. Дальше снижаем планку. Классический тест «Живые и мертвые». Вероятность простого угадывания 50%. Здесь чувствуется тепло, значит, этот человек жив. Это Высоцкий. Ладно, покажите теперь мертвых. Вот мертвые. Это Канделаки с Пугачевой, тоже мимо. А вот кто посередине у вас? Посередине – это пограничное состояние человека. Он мечется между самоубийством и между жизнью. Это Евгений Леонов. Он уже лет 20 как лежит на Новодевичьем кладбище. По идее, после каждого этапа конкурса должны оставаться лучшие, а худшие идти домой. Уже невыполнимо. Ну, не отправлять же домой их всех, правильно? Следующий этап. Экстрасенсорная диагностика заболеваний. Тут нам поможет профессиональный спортсмен, бывший чемпион по лыжам, потерявший из-за травмы левую ногу. В остальном, как показало проведенное перед съемкой обследование, мужчина совершенно здоров. Извините, но с ребрами у него все в порядке. Кстати, а сколько у человека ребер? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Тогда скажите, сколько в сердце клапанов? Я же не хирург, не кардиолог. Вы же говорите, что вы целитель. Народный. Персонажи нам достались все как на подбор. Практикующие целители, знахарки, гранд-профессора натуропатии. Если они в чем-то и могли между собой соревноваться, так только в невежестве. Хотела бы сказать, что вам нужно обратить внимание на щитовидную железу. Дальше, сейчас. Что касается спины, это вот у человека есть грыжа, и она одна. Не межпозвоночная. А какая? Это... Какая еще в спине может быть грыжа? Ну, не пупочная же и не паховая. Просто у этого человека есть какие-то очень сильные переживания. Вот так часто у меня бывает, это когда у людей... Первая заповедь провидца. Не знаешь, что сказать, имитируй мистический экстаз. Лучше со слезами. Успокаиваемся. Последний вопрос. Что у него с ногами? Что касается ног, я вижу, что у человека есть плоскостопие. Вот. Я сама не знаю, как бы, у меня, слава богу, нету. Я знаю, что это нужно все заниматься. То есть ходить по земле больше, по матушке природе, также камни. Плоскостопие – это все? Деле... Я до этого мало сказала. Вот чего они ходят с канала на канал? Так позорятся, что ли? Просто привыкли, что на съемках им подсказывают. А иной раз и дают готовые роли для заучивания. Зная не, что на канале «Россия» все будет иначе, ни одной души бы сейчас тут не было. Продолжаем упорно ждать чуда. Эксперимент «Скелет за ширмой». Учебный, пластмассовый, из школьного кабинета биологии. Я ощущаю, что там мужчина устал, хочет домой. Вроде даже какую-то песню напевает. Первое, что я могу сказать об этом человеке, что у него проблематично с детьми. Полагаю, что какое-то время назад он съел что-то соленое, ему хочется, возможно, пить или повышенное слюноотделение. А ведь все оккультные конкурсы начинаются с ширмы. И всегда хоть треть игроков, хоть четверть, сколько задумано по сценарию, дают верный ответ. Но у нас-то нет сценария. Ну, мне идет, что за ширмой
энергетика женская. И могу сказать, что этой женщине хочется иметь детей. Альбина Селицкая. В прошлом профессиональная волейболистка. Регулярно мелькает на телевидении как якобы православная ясновидящая, экстрасенс-поисковик, специалист по считыванию информации с предметов. Вот она будто бы видит через черную повязку. А вот легко проходит испытание с ширмой. Скорее всего, я думаю, что была птица. А вот является в дом, где случилось страшное горе. Такие визиты, как мы уже рассказывали, доверяют лишь самым прожженным экстрасенсам. Альбина, вот моя дочь. Это вот ее волосы. Расскажите, пожалуйста, что с ней случилось? Тут мало просто озвучить информацию, заранее собранную редакторской группой. Важно преподнести это как откровение свыше. Ой, что-то идет на А. Анна. Ой, Анечка. Как она погибла? Что-то ли как удушье, или какая-то асфиксия. Ну, не могла дышать. Искренне слезы матери. Несчастный и невдомек, что за циничный спектакль разыгрывают перед ней эти граждане. По вашим глазам вижу, что вы мне очень сопереживаете. Имя назвали моментально. Это, конечно, чудо. Понять, что это обманщики, как мы уже говорили, совсем не сложно. Достаточно просто попросить их повторить то же чудо еще раз. Альбина Викторовна, как видный специалист по считыванию информации с волос, скажите, что за локон лежит в этой шкатулке? Ну, странно, конечно, локон такой объемный, но я вижу, мне кажется, что здесь больше идет энергетика мужчины. Он близок к энергетике женщины. Вот 100% синтетики. 100%. И все-таки уточните, пожалуйста, это волосы мужские, женские, а может, вообще искусственные? Локон натуральных волос, и, скорее всего, это мужчина, очень хорошо сложен, очень много улыбается. Это говорит, что ж, улыбнемся и мы, разглядывая дипломы и регалии этой дамочки. Вот и главный эксперт битвы экстрасенсов, профессор Виноградов, проверив Селицкую на спецприборе «Аура-камера», начертал. Подтверждается наличие экстрасенсорных способностей первой степени. Но вернемся к нашим испытаниям. Финальный этап – поиск 1000-рублевой купюры, спрятанной среди книг. Ничего не то. Люди, называющие себя экстрасенсами-поисковиками, экстрасенсами-детективами, дружно уверяющие, что помогают в различных поисках МЧС, МВД, ФСБ, в итоге единственное, что смогли, это спросить. Подсказка будет? Будет, но только не на нашем канале. Вот я не оправдываю телемистификации, но выбор, стоящий перед любым экстрасенсорным шоу в любой стране, на любом канале, очевиден. Или подсказывать этим шарлатанам на каждом шагу, или закрыться. И вот, когда мы уже твердо решили останавливать этот позор, за дело взялся некто Рафис Габдрахманов, непризнанный поэт-мистик, выпускник Лит-института. Браво! Аплодисменты в студии! До этого проваливавший все задания человек вдруг взял и угадал одну книгу из 25. Конечно, мы захотели удостовериться, что это не была случайность. Героя попросили из студии, деньги перепрятали и... Я думаю, что здесь. Нет. Итак, говоря по-научному, в тот день мы провели корректный многоступенчатый эксперимент на достаточно представительной выборке – 12 человек. Результат получили удручающий. Но оставался главный вопрос – кто все эти люди? Намеренные мистификаторы, психопаты или жертвы самообмана? Провести психологическое тестирование и составить клинический портрет современного экстрасенса нам любезно помог один из корифеев российской судебной психиатрии, профессор Гульдан. Вот вы ж с ними долго занимались. Среди них есть психи?
не указывая фамилии. Из этих 12 один находится в болезненном состоянии. А остальные? Остальные в детском, в подростковом возрасте испытывали какие-то психотические переживания, галлюцинации, иллюзорные расстройства. Но сейчас они находятся в состоянии хорошей ремиссии. То есть болезнь спит? Болезни сейчас нет, и весь этот антураж используется исключительно в мошеннических целях. За свою многолетнюю практику хоть одного настоящего экстрасенса вы видели? Нет, не видел. Ни одного? Ни одного. И все-таки не шел из головы тот самый Рафис, единственный, показавший хоть какой-то намек на способности. Набрав ему из вежливости перед эфиром, мы узнали. Экстрасенс не увидит нашего фильма. Влекомый потусторонними голосами, он наложил на себя руки. Увы, не во всем еще отечественный производитель достиг мировых высот. Но по части товаров для паранормальных граждан, пожалуй, что и превзошел. Переворачиваем, крутанули. Пошел водоворот. Инновационная турбулентно-жидкостная установка «Оживитель воды», состоящая из двух пластмассовых пробок. Цена 500 рублей. Первый водоворот в правую сторону мы прокрутили, второй водоворот в левую сторону мы прокрутили. Стирается вся информация, которая записана на воде. Ныне любой поклонник альтернативных наук знает, что у воды есть память, что каменная соль, рассыпанная по карманам, притягивает удачу, а бумажка с магическим кодом, приклеенная на мобильник, спасает от радиации. На телефон, вот эта маленькая марочка, это 1500. Любое больное место приложили, и все у вас уже прошло. Какие вы молодцы! Еще одно замечательное ноу-хау – стеклянный стержень для бесконтактного массажа мозга. Даже не самый сообразительный человек после 10 минут подобных манипуляций начинает ясно сознавать, что его одурачили. Ну и, наконец, главное достижение отечественных инноваторов, без которого не обходится ныне ни один межрайонный экстрасенсорный симпозиум. Прибор «Аура-камера». Это у меня что? Чакры мои, так? Это первая. Физическая. Хорошо. Половая, да? Плохо или хорошо? Или хорошо расслабляюсь? Да. Ага. А вот это что? Состояние тела и разума. Значит, еще не склеротик, да? Вместе с пациентами запечатлеть свою ауру стремятся народные целители. По диплому машинисты электровозов, бухгалтеры, швеи, мотористки. Как им еще подтвердить свое право лечить людей? Вот по этому снимку видно, что я могу провести космическую энергию через себя. И я могу помочь человеку с любым нарушением. А сколько вы заплатили за эту процедуру? $100. Начинающим жуликам такая техника не по карману. От 170 тысяч и до 500 000 в зависимости от модификации. Аура-камеры – реквизит матерых волшебников. Центр Михаила Виноградова, здравствуйте. В прошлом неприметный сотрудник милицейского НИИ, доросший до роли ученого-профессора в программе «Битва экстрасенсов», уверяет, что лично тестировал чудо-прибор на всех победителях шоу. Аура-камера фиксирует все. Каждое движение человеческого тела, каждые способности, мыслительные, физические, аналитические, эмоции, и фиксирует, безусловно, наличие или отсутствие способности экстрасенсорных. За годы участия в битвах он создал из ничего немало громких имен, которые теперь на него и работают. Колдуют над свечками, гадают на картах. Но главный инструмент заработка – аура-камеру – профессор доверяет только своей жене. Это энергоинформационное поле человека, аура, то есть характер, способности. Она остается довольно стабильной уже с подросткового возраста. То есть цвет ауры, есть ли у меня там зеленый, синий, красный, это всегда так и будет? Да. Так, пожалуйста, держите. Прекрасная энергетика. Вот 90 сантиметров. Это радиус кокона, который окружает вас. Огромный нимб, как у пророка, с желто-золотым оттенком святости. Не успел я его примерить, как на втором дубле все изменилось.
Энергетически, видите, смотрите, всего-навсего 40. Это нижняя граница нормы. Это у меня так упала энергетика. А вы хотите, чтобы у вас была сейчас тоже 90 сантиметров аура? Ну, вообще хотелось. Вы же говорили, что это постоянная единица аура. Вы знаете, видимо, какой-то у вас такой вот переходный период, потому что... Списав все на непостоянство журналистской натуры, пробуем в третий раз. А теперь все сине-зеленое, вообще фиолетовое у нас. Это с боков. Это не берите во внимание. У меня даже изменились черты характера неожиданно. Вот он пишет. Был творческий, да, а теперь самоуверенный, это, любящий приключения. Почему нужна моя консультация? Вам не кажется, что с этим прибором что-то не так? Очень неустойчивый результат. Мне кажется, что что-то не так с вами. Со мной. Надо отдыхать. Да. А теперь из магической лавочки Михаила Виноградова перенесемся в Московскую лабораторию компьютерной криминалистики, где специалисты на наших глазах вскроют нутро таинственного устройства и, если получится, выявят принцип его работы. То, чтобы заливались такого рода приборы изнутри пластиком, я никогда не видел. Сделано это, скорее всего, просто для придания веса аппарату. Вот появились первые детали. Скорее всего, это просто обычный грузик. Дурит народ почем зря. Чудо, как выяснилось, состоит из свинцовых грузиков общим весом 40 граммов, строительного силикона 0,5 кило и элементарной платы, при каждом замыкании контактов, выводящей на экран случайную картинку. Вот, на основании того, как мы сильно прижали руку, насколько она у нас потела, программа выводит вам один из 640 вариантов заранее заготовленного описания ауры. Они случайны, потому что емкость руки там постоянно меняется, поэтому не ауры будут постоянно разные. Некая ООО «Квестленд» — главный российский производитель аурокамер. На его счету уже 3 разработки — для диагностики духа, для диагностики тела и для отдела кадров. Двуручная коробка за 300 тысяч рублей якобы еще и может оценивать профпригодность. Прибор используют достаточно авторитетные и влиятельные люди. То есть этот прибор, он признается на самом высшем уровне. Скажите, а можно побывать на производстве? Ну, вряд ли. Все-таки это секрет. И пусть это останется секретом. Значит, все-таки это не останется секретом. Вот ваш прибор. Угу. Мы заказали экспертизу. Это не имеет никакого отношения ни к биополю, ни к чакрам. Это просто считыватель электрического объема руки. А откуда такая цена? 175 тысяч. Вот здесь содержимого, вот это стоит 200 рублей. Ну, коробочка еще 1000. 175 тысяч. Откуда такие цены? Я вообще на этот вопрос вам не могу ответить. Вам не кажется, что это мошенничество? Нет, нам не кажется. 4 свинцовых грузика. Все гениальное просто. Все гениальное просто. Да. Убрал один палец, картинка изменилась. Поставил сюда кастрюльку, тоже будет аура. Не нужно говорить глупости, уважаемые. Мы вам покажем в кадре. Ни от какой кастрюльки никакой ауры никогда не появится. За последние полвека в мире были разработаны сотни моделей различных ауровизоров, чакрасканеров и измерителей биополя. Абсолютно все на поверку оказались наглым обманом. О, у нас таки появилась аура кастрюли. Состояние тела и разума у нее положительное. Инь-янь розового цвета. Уровень расслабления достаточно высок. В этой кастрюле бы, конечно, сварить изобретателей этого чудо-аппарата. Он был простым сержантом в стройбате, затем прорабом на стройке. Потом, пройдя курс послушания у известной Джуны Давиташвили, вдруг ощутил себя мощнейшим боевым магом, генералом армии, гранд-профессором, приором Мальтийского ордена и великим атаманом России и зарубежья, в каковом состоянии и пребывает по сию пору. Один мундир этого героя весит свыше 5 килограмм. Это вот по порядку, значит, это самое, за отвагу, потом Жукова, дальше других стран. Потом мне очень важно вот это вот, за укрепление обороноспособности России. Ох уж эта страсть к самонаграждению. У отечественных экстрасенсов она уже вроде профессионального недуга.
Скажите, а у Джуны было больше наград, чем у вас? Ну, это к чему вопрос-то? Ну, просто интересно. Конечно, больше. Вы что, она академик 120 стран мира. Да, она мне говорила только 80. Ну, не суть. Так получилось, что я был одним из последних журналистов, заставших великую целительницу в добром здравии. Было это весной 15-го года. О той встрече и вообще о феерической судьбе покойной Джуны наш заключительный сюжет. Сейчас я тебе в челюсть дам! Ты понял? Евгения Давиташвили по прозвищу Джуна. Взбалмошная, артистичная, проделавшая удивительный путь от простой буфетчицы в тбилисском ресторане до московской светской львицы и главной оккультистки 80-х. Вы все время держите руки так. Вы будете чувствовать покалывание. Есть покалывание? Есть. Был период, когда за Джуной реально ходили толпы страждущих, а ее квартира на Арбате была излюбленным местом сбора всевозможных знаменитостей. При средней зарплате по стране 120 рублей в месяц Джуна могла запросить и 100, и 200 рублей за сеанс. Мне было плохо. Сердце было плохо. И вот, вы знаете, мы сняли сначала электрокардиограмму до Джуны, а потом через 15 минут мы сняли уже электрокардиограмму после того, как Джуна поработала. Ну, такое впечатление, как будто два разных больных. Увы, чудо длилось недолго. Давление вскоре подскакивало, и снова Аркадий Райкин оказывался в больнице. Другой поклонник альтернативной медицины – глава советского госплана Николай Байбаков. Старик поверил, что Джуна излечит рак у его жены. Но после ряда удачных, как казалось, сеансов, больная скоропостижно скончалась. Я беру те заболевания, которые в медицинской практике не лечатся. Рак лечите? Ну, это для меня ерунда. Цирроз печени, туберкулез, гепатиты. СПИД. Я лечу СПИД. А вылеченного кого-нибудь показать можете? Ну как, могу показать там директора парикмахерской, там, допустим, большой человек или другой человек. Ну как можно показывать, вы поймите. Это у нас идет приток кверху, потом идет распределение, но тоже очень медленно. Можете сказать свои ощущения? Итак, за все годы Джуна не смогла предъявить ни одного реально излеченного органического поражения. Ловкая психотерапевт-самоучка. Она, если и добивалась, то выборочных и очень кратковременных эффектов. Институт Курчатова, ядерная физика, радиоэлектроника, техника. Все институты мной занимались. Все проверяли. Все положительные результаты. Но если магнитный реактор, меня подпустили к нему и сказали, проверь, где есть плотность. А я раз и отключила его. В Курчатовском институте, узнав эту байку про отключение реактора, лишь покрутили пальцем у виска. В Институте радиотехники и электроники тоже не смогли припомнить у испытуемой никаких мистических свойств. Она просто ко мне подошла, так вот руками вот провела, и говорит, Юрий Васильевич, вам нужно бросать курить, у вас очень больной желудок. Но я никогда не курил в жизни, я говорю. И у меня желудок, тьфу-тьфу, здоровый и переваривает камни. Не убедив физиков, Джуна пошла к медикам. Весь институт сербского, затаив дыхание, наблюдал, как она пыталась лечить психопатов. У нее ничего не получилось. Это был ноль эффекта, она фактически удрала. Так же, как она удрала из больницы Боткина, где она взялась реанимировать больного, тоже ничего не удалось. Она даже не смогла установить, что там уже не клиническая смерть, а больной уже мертв. Джунина медобразование, курсы массажисток при тбилисской железнодорожной поликлинике, делало ее посмешищем в профессиональной среде. Но придет другая эпоха, и скупка левых дипломов и псевдонаучных регалий станет настоящим бальзамом для ее ущемленного самолюбия. Отныне ее официальный титул
Кавалерственная дама ордена святого Иоанна Иерусалимского. Джуна стала также одним из 10 членов Сената Международной академии альтернативных наук. Овациями был встречен доклад целительницы о ее новых открытиях в области геронтологии. Как всякая истеричка, больная истерией, они, в них заложены, это основной симптом истерии. Это жажда славы, признания, чтобы ею восхищались. Это у нее было. Причем, ведь, что интересно, ее самое такое стремление было – это попасть к первому лицу государства. Она получила бы сразу другой статус. Интересно, в итоге добралась ли ушлая Джуна до Брежнева? Версия, многократно перепетая в желтой прессе, а недавно еще и превращенная в телесериал, гласит, что добралась. Попробуем разобраться. Мне позвонила Фурцева и сказала: вы можете вылечить Леонида Ильича? Я сказала: не знаю. В Тбилиси, в 78 году. Леонида Ильича? Да. Ну и я взяла за него. Ну, вы сами видели, как он разговаривал, правильно? Едва ли Екатерина Фурцева, легендарная советская министр культуры, звонила барменше Джуни в 78 году, поскольку умерла в 74-м, когда генсек был еще вполне здоров. Слушаем далее. На открытии 26-го съезда, в первый день открытия, у Леонида Ильича Брежнева речь была невнятная и непонятная. Вспомнили о Джуне. Она его лечила, и срочно она понадобилась. В ночь ее повезли к Леониду Ильичу Брежневу на дачу в сопровождении полковников КГБ. И Джуна сделала сеанс. На второй день съезда речь у Леонида Ильича была внятная, четкая и понятная. Это легко проверить. Очередной 26-й съезд начал свою работу. Так Брежнев говорил на открытии съезда, а второй раз он выступал уже на его закрытии. В единстве с народом сила партии. В единстве с партией сила народа. В дикции никакой заметной разницы. Неужто Джуна и впрямь все придумала? Ну, конечно, это все блеф, ее лечение. Ничего она не может. Академик Чазов, бывший главный кремлевский эскулап, без ведома которого к генсеку не подпускали ни одного специалиста. Она говорит, что она целитель, блестящая, там больных спасала и даже занималась Брежневым. Но Брежнев, он терпеть не мог вот таких целителей и так далее. И все-таки вы настаиваете, что это Джуна лечила Брежнева? Да, это Джуна его вылечила. И в один из приемов, который состоялся на даче, Леонид Ильич обратился к Джуне. Что бы вы хотели вот, как бы за свое излечение, за свои заслуги? Но она сказала, говорит: я всегда воин, защитник Отечества. Говорит: тогда ты будешь генерал-полковником медицинской службы. А рядом присутствовала командующая военно-морскими силами. И Леонид Ильич ему сказал: вот пускай она будет генерал-полковником в твоем подразделении, в МАЭФ. И это поэтому у нее черный мундир? Поэтому черный мундир. Вся эта история с мундиром – это чушь. Такого быть не могло. Бывший комендант спецобъекта «Заречье-6», той самой брежневской дачи, куда якобы по ночам доставляли целительницу. Ну, это все миф. Никогда ее не было на даче, и близко ее не было. И в кабинете, и в Кремле, и на Старой площади ЦК тоже ее не было. Так что это все ее выдумки. А что же было? А был уже в начале 90-х у Джуны поклонник. Тогда еще начальник Академии Генштаба Игорь Родионов.
Старик долго добивался Джуниного расположения, поздравлял ее со всеми праздниками, потакал капризом. Ну, пожалуйста. В подписанном им документе сказано, что экстрасенс стройна, обаятельна, привлекательна, аттестована на почетного генерал-полковника. Почетного. Что же до якобы морского мундира, то, как любая кавказская женщина, Джуна просто любила черное и золотое. Странно. Награды без номера. Фейковыми звездами Героя Советского Союза и Героя соцтруда целительницу одарила уже в начале 2000-х ее подруга, буйная коммунистка Сажи Умалатова. Тогда же был приобретен и этот как бы Ватиканский орден, которым якобы награждают лишь святых чудотворцев. Ну, в Ватикане я встретилась с этим Папой Римским. Правда, встретилась, но как простая туристка на папской мессе в Риме. Ну, он дал мне это, лучевую кость Иисуса Христа. Кто? Папа Римский. Так Христос же, простите, воскрес. А? Христос же воскрес. Я знаю. Светлейшая княгиня Давиташвили Битсардис, царица ассирийская, духовная заступница вооруженных сил России. Легко внушаемые адепты Джуны активно втягивались в этот маскарад. Втянулся и сын волшебницы. Вот он, ни дня не служивший в армии, в мундире генерал-майора неких энергоинформационных войск. Увы, судьба потомственного мага сложилась трагически. Сперва он был задержан в 500-м Мерсе с автоматом Калашникова в багажнике, потом подсел, как говорят, на наркоту, а в 26 лет погиб в пьяной драке в сауне. Пережитое горе не то чтобы совсем, но отчасти смирило гордыню целительницы. Она прекратила твердить о своем якобы инопланетном и полубожественном происхождении, открестилась от некоторых особо завиральных подвигов, и, наконец, ее живопись одним своим видом перестала излечивать СПИД и рак. Но ведь это все байки, что за Джуну рисуют студенты Строгановки, а вы только подписываете. Ну или подписывали в прошлом. Все в прошлом. Все. Все в прошлом. И ваша чудо-энергия тоже? В прошлом? У меня есть энергия, я тебя взорву. Вы не почувствовали мою энергию? Скажите. Вы не почувствовали мою энергию? Честно? Честно. Нет. Дать тебе в челюсть. Через несколько месяцев после этого интервью Джуны не стало. Женщина, называвшая себя еще и академиком геронтологии, науки о старении, уверявшая, что знает, как сохранить молодость до 150 лет, умерла на 66-м году жизни от целого букета хронических заболеваний. Ее хоронили в любимом черном мундире. Перед гробом несли корону несуществующего ассирийского царства и великое множество алюминиевых звезд, крестов и медалей. И все-таки не будем слишком упрощать. Среди оккультных мистификаторов прошлого были и неплохие гипнотизеры, как Мессинг, и виртуозные фокусники, та же Кулагина. Джуна, пусть ненадолго, не всем, но сбивала кровяное давление. А от Кашпировского иные дамы просто балдели. А что же нынешние? Хоть каким-то маломальским талантом, ну, кроме покупки подсказок, нынешние телеколдуны обладают? Продолжим этот разговор в следующей серии.